В мексиканском штате Халиско арестован глава крупного наркокартеля. 23-летний мужчина расправлялся с людьми, которые отказывались сотрудничать с группировкой и управлял финансами банды. Преступник и четверых его сообщников задержали во время операции без единого выстрела, отмечают в Национальной системе общественной безопасности Мексики. Полицейские конфисковали у них 13 единиц огнестрельного оружия, более 1000 боеприпасов и крупную сумму денег.